опять заглохло. Третий раз за день. Ну сколько можно? Не машина, а мучение. За день. Маш, что такая грустная? Что случилось? Машина весь день барахлит. Сам видишь, еле доехала. Завтра, походу, придется в сервис ехать. И то неизвестно еще, поможет это или нет. Придется все время теперь ездить на работу на автобусе. Была бы у тебя новая машина. Да, но пока ее нет. Пойду немножко отдохну. Я так устала с этой машиной. Как помочь маме? Как мне купить машину? Денег у меня нет. А может... Да, точно! Сири, как мне сделать волшебную палочку? Вот что мне удалось найти в интернете по запросу, как мне сделать волшебную палочку. Ага, понятно. Это же есть. Я понял. Так, надо какую-нибудь палочку или веточку. Здесь ничего нет, только улитка. О, вот это точно подойдет. Сейчас проверим, работает она или нет. Хочу морозного. Вроде сделал все, как было написано. Хочу морозного. Да что такое? Сири, почему не работает волшебная палочка? Вот что мне удалось найти в интернете по запросу, почему не работает волшебная палочка. А, вон оно что, понятно. Значит, первое, направить солнечный свет через руку. Второе, потереть о шерсть собаки. Третье, посыпать палочку солью. Начнем! Первое сделано! Где мне взять собаку? Придумал! Осталось самое простое.
Нет, так не пойдет. Надо наверняка. Вау, кажется, получилось. Хочу мороженого. Красота. Хочу новую машинку. Не, хочу машинку для мамы. Да что ж такое-то? Хочу машинку, чтобы на ней можно было ездить. Она сама по себе открылась. Крутя. Сеня, откуда эта машина? Мам, ты захотела новую машину? Ну да. Может, за руль, теперь она твоя. Что за фантастика тут? Как она открывается? Никак, ее надо просто попросить. Дверка, откройся. Я такого никогда не видела. Вау! Какая она красивая, белая. Панорамное окно. У меня ощущение, что мы в космическом корабле. Сень, а тут бензин-то есть? Мам, какой бензин? Она электрическая. Никогда не слышала о такой машине. А где ключи? Как поехать-то? Никаких ключей не надо. Змей, на тормозе поехали. Какой легкий руль! Ты слышишь? Вообще ничего не слышно. Едешь в тишине. Моя бы точно тарахтела. Ощущение, что мы с тобой в самом настоящем космическом корабле. А ты знаешь, что эта машина еще умеет танцевать? Да ладно. Выходи, покажу. Это что, шутка? Нет, смотри. Вау! Просто невероятно! Да мы в будущем, ребята! Машина полетела! Вот это круто, смахивает крыльями! Смотри, дверки открываются! А еще здесь есть автопилот. Автопилот? Смотри, я руки убрала и ноги убрала. Так. Она едет сама. Мне, конечно, немножко страшно, но это просто невероятно. Это так круто. Вот это да. Как теперь из нее выходить? Нажимаешь на кнопочку и выходишь.
утереть шерсть собаки. Потереть шерсть собаки.